Здравствуйте, уважаемые подписчики канала HitSad. В этом видео я отвечу на один из самых часто задаваемых нам вопросов. Как изготавливаются садовые фигуры? Независимо от того, куда отправится будущая модель, в поточное производство или это будет единичный индивидуальный заказ, скульптор сначала рисует ее эскиз на бумаге. После утверждения рисунка мастер вылепливает из спецраствора концептуальную модель. На этом этапе решаются многие проблемы, в основном связанные с распределением веса и устойчивостью крупногабаритной фигуры. Чем детальнее скульптор проработает каждый участок, тем красивее получится фигура, а значит, ее будущие владельцы останутся довольны покупкой. Готовый образец отправляется на производственную площадку к мастерам по формовке. После снятия формы, отливки и покраски получается вот такой замечательный садовый водопад. Подписывайтесь на наш канал, заходите на hitsad.ru, будьте в курсе новых веяний в садовом декоре.